Каждого из нас по жизни сопровождают врачи. К ним мы обращаемся чаще всего в случае крайней необходимости. Работники медицины всегда выслушают, всегда придут на помощь. Ежегодно в третье воскресенье июня по многолетней традиции в нашей стране отмечают День медицинского работника. Накануне праздника наша съемочная группа посетила Смедовичскую районную больницу. Труд врачей, медицинских сестер, санитарок нелегок, но он всегда в почете. И наши медики – это люди, преданные избранной профессии, верные клятве Гиппократа. В эту профессию кто-то пришел случайно, кто-то продолжает семейную династию. Многие специалисты работают здесь десятки лет. Так, например, Галина Гаевая. В 1988 году она поступила в Биробиджанский медицинский техникум, начала работать в терапевтическом отделении. Проработала в этом отделении до 2016 года. С этого же года Галина продолжила свою работу в процедурном кабинете. Работа моя заключается в чем? Кровь, набираю забор крови с утра. Далее у меня идут назначения врачей. Медицина – область сложная, многофункциональная. Каждый человек, выполняющий здесь свою работу, важен и нужен. От каждого зависит здоровье, а зачастую и жизнь многих людей. Эта работа требует не только исполнения обязанностей, но и сердечности, теплоты и ответственности за судьбу других. Работа требует большого терпения, потому что у нас работа с людьми, у всех разные характеры. И каждому человеку надо подстроиться, надо найти подход. В преддверии профессионального праздника по традиции ежегодно поздравления с Днем медицинского работника получают те люди, которые посвятили себя такому сложному и благородному делу, как спасение жизни и сохранение здоровья своих сограждан. Дарья Яничкина, Виктор Ильин, специально для программы «Новости 21».